Впервые за последние 15 лет чемпионат области по греко-римской борьбе прошел не в Ярославле. Мастера спорта международного класса, призеры мира и победители России приехали в Рыбинск. Хотелось бы, чтобы люди в свои стены города Рыбинска вернули это единоборство, так как оно ранее было очень популярно и известно. И хотелось бы, чтобы олимпийский вид спорта не оскуднел. Считается, что начало школы греко-римской борьбы заложено именно в Рыбинске. Сегодня рыбинцы пытаются возродить утраченный интерес к этому единоборству, опираясь на традиции. Что касается города Рыбинска, то здесь есть уникальнейший борец Матавкин Юрий. Он был чемпионом Советского Союза. Без призов рыбинцы не остались и в этот раз. Чистую победу одержал призер России рыбинец Руслан Решетников уникальной весовой категории 130 килограмм. Победители областного чемпионата получили путевки на первенство Центральной России. Олеся Сагитова, Владимир Выдумлев. День в событиях. Рыбинск.